Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Boston Technic. Меня зовут Иван. Я сегодня представляю вашему вниманию легендарный МТЗ-1221. В чем же его легендарность? Он использовался как приз на гонках Bizon 2008. Был вручен победителю этих соревнований. Видите, дизайн у него немножко другой, крылья спортивные. Также в салоне на педали накладки спортивные, руль от Жигулей, спортивные рычаги, новое сиденье сейчас установлено. После этого трактор работал в Волгоградской области. Общая наработка составляет 5700 моточасов. В 22 году была произведена полная подготовка трактора, в том числе капитальный ремонт двигателя, новые головки, новое колено, новая поршневая, новый радиатор, новая резина, как видите, стоит. Мосты абсолютно сухие. И после подготовки в тестовом режиме трактор отработал 100 моточасов. Он есть в наличии, приобрести его можно в любое время, абсолютно по любой форме оплаты, наличный расчет, безнал, безнал с НДС, трактор с НДС продается. Приобрести его также можно в кредит. И самое главное, мы можем с вами меняться. Мы являемся официальным дилером МТЗ по Волгоградской области, поэтому принимаем к обмену абсолютно все модели тракторов МТЗ. Также принимаем к обмену трактора Т-150, К-700, К-744, трактора иностранного производства. Некоторые модели рассматриваются. Очень много видов сельскохозяйственной техники, прицепного, навесного оборудования, плуги, сеялки, культиваторы и так далее. Все принимается к обмену. Каждое обращение рассматривается индивидуально. Ни одна заявка не останется без ответа. Давайте запустим. Прекрасно работает трактор. 5717 моточасов. Давление 4. Трактор уже прогрет предварительно. 50 градусов температура. Давление в коробке 8. Зарядка идет. Чуть позже я добавлю еще техническое видео по запросу. Вам будет интересно, обязательно отправлю вам техническое видео. В салоне чисто, аккуратно. Двигатель работает очень хорошо, прекрасно просто. На техническом виде покажем работу лом, работу навески, работу семенника. Пишите стать владельцем прекрасной сельскохозяйственной техники в исключительном состоянии нового оборудования. Пишите нам, звоните. Обязательно приезжайте к нам в гости. Мы находимся в городе Волгоград, историческая 183. Агросалон Boston Technic.